В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялась прямая видеосвязь президента Российской Федерации Владимира Путина с татарстанскими школьниками с площадки второго отраслевого чемпионата по стандартам World Skills в сфере информационных технологий Digital Skills. В этой конференц-связи участвуют из нашего лицея Максимов Алексей и Лукьянов Артур. Эти молодые ребята у нас активно занимаются информатикой, побеждают на всевозможных конкурсах. В частности, они были на турнире по информатике на международной олимпиаде в Болгарии, город Шумен, и там завоевали бронзовые медали. То есть они неоднократные участники всероссийских конкурсов, очень талантливые ребята. Преимущество мероприятия – его образовательный онлайн-формат, который дает возможность старшеклассникам со всей страны познакомиться с отраслями и профессиями будущего и принять участие в различных дистанционных формах работы. У нас в лицее большое внимание оказывается олимпиадному движению. И сегодня на прямую линию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пригласили победителя и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике 2017-2018 учебного года. Здесь же присутствовали ученики IT-лицея КФУ и школы-интерната лицея имени Лобачевского, а также заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Бурганов. Наши ребята не отстают от своих сверстников, идут соревноваться по тем же программам. И уже сам факт того, что здесь на этих соревнованиях участвуют вне конкурса, но представители из 14 стран, которые приехали потренироваться в программе World Skills, по программе Digital, это говорит о том, что уровень соответственно соответствующий мировым стандартам. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.